Всем снова привет, и сегодня будем играть в Спанч Баб Кэттен. В прошлой серии мы так и не нашли кнопку, но за кадром я попрошел и нашел кнопочку. Да, я тупой. Там, чтобы осмотреть все под контролем системы безопасности, тебе нужно нажать на все кнопки перезагрузки. Русалоками. Первая здесь. Нажать кнопки. Понял. Когда нажмешь на все кнопки, ты должен вернуться сюда, чтобы нажать на главную кнопку отключения. Ты получишь награду. Вернуться сюда. Понял. Ты меня слушаешь? Слушай. Понял. Все, ты понял. Хотел никогда не будет. Так, осталось, получается, две кнопочки. Сколько мы уже? Так, стоп. Как мне это открыть? Нажми на главную кнопку выключения, чтобы опустить мосты и попасть в систему содержания злодеев. Ну, мы это сделаем. Мы это сделаем. Тай! Герри, похоже, тебе удалось добраться до самой глубины русалка. А так ты спустился на лифте. Как не подняться наверх? Мяу. Ты прав, наверняка эти туннели ведут меня наверх. Отличная мысль, Герри. На, скончили и так. Чё тебе плохо? Ай-ай! Ай, да как мне это пройти с двух? Мне сбил, стрелял. Он мне стрелял, я не мог. Стоп, я отсюда! Фрэш, вам приступим мне. Собираем лопатку и не уходим. Потому что нам надо еще и там пройти. И мы получим носочек, а за носочки нам будет Патрик давать лопаточки.
Детеныши дебилов этих просто. Ай! Ах ты ж говняк! Мне придется спрыгнуть и бегом. Тут говнюк мне просто взял и кинул. Че с ним делать? Просто взял и кинул. Короче, забьем. Все. А что если там кнопочка? Не забили, не забили. Честно, носить лопаточку и пройтись и кайфного босика. Че, выходить без трусов? Смазал Пимабор. Смазал. Victory. А, так. Ты говнюк. Ну, ненавижу уже. Вы сами видите, он меня толкает. А. Хороший мальчик. Очко! Слилось! Столбалось и уже какой-то раз умираю, блин, об этой штуке. Ну, мало ли, если это все ради расклада, то все равно. Носок тоже нужен. Как я тогда лопатки получу дополнительные? А? На уровнях проходить? А вот нифига, где я узнаю? Ну, как я посмотрю, когда у меня ролик идет? За кадром? Вообще, знаете, сколько стоит нормальный микрофон? Это говно! Это вот эта штука, которую я с другими. Она меня выкидывает сейчас, задолбал уже. Стилет 8-классник. Да уж. Если это все ради кнопки, которая отключит одну электрическую фигню, я не удивлюсь. А! Фу! Ай! Ауч! Все ради носка! Ты пошел с ним носком сразу! Я лучше уж сдохну, чем... Я не буду это нас убрать. Все, пошел в жопу. Кнопки там никакой нет. Прошу, сегодня победили босса. О, вот это место. Я не люблю его. Не понимаю, как его пройти. Не понимаю, что тут делать. Кстати, еще надо будет где-то последний пункт найти. Я не понимаю, как мячик сделать так, чтобы он не упал. Ну, типа спидран. О, вот последняя кнопка. Давайте все же попробуем как-нибудь. Сейчас мы... Так, начинаем. А что мне делать надо было? Понял. А что мне делать надо было? Ладно, пошли отсюда.
телепортируемся к компьютеру. Не летит. Потому что мне летит. Вот эти двое я не понимаю, как собрать. Видео к секретному боссу. Сейчас увидите какого. Я уже знаю, ну, почти все, почти. А вот и босс. Кэйби. Привет, Ич.
Спасибо.